Барселоне национальный день Каталонии отметили многотысячными акциями протеста. Митингующие требуют отделения от Испании. На площади в центре Барселоны появилась даже надпись «Цель – независимость». Впрочем, нынешняя акция, которую посетили 600 тысяч человек, стала самой немногочисленной за последние 8 лет. По мнению экспертов, это связано с падением популярности сторонников отделения Каталонии от Испании. Сами митинги изначально были мирными, но нашлись активисты, которые устроили беспорядки у стен парламента и швыряли дымовые шашки в полицейских. В этом году акция протеста прошла в решающий момент. Всего за несколько недель до вынесения вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских сепаратистов. 9 из них попали в тюрьму за проведение референдума об отделении и объявлении независимости Каталонии 2 года назад. Не исключено, что суд приговорит их к тюремному заключению, что может вызвать новую волну протестов.